Я снова в игре. Какой же страшный паукан. Это Last Year, ребятки. С вами канал Алекс Плей, который каждый день снимает ласплей. Ну что ж, сегодня мы в роли маньяка-паука. Либо же монстра-паука. Боже мой, это моя последняя жертва. Я уже проголодался. Ну что ж, ребятки, я вышел. Вышел на охоту, какой же я голодный. Какой же я голодный. Дико голодный просто. Так, уходим в инвиз. Нам нужно выследить их. Так, можем это все заражать. Интересно, как много могу я ящиков заражать? Ладно. В принципе, не так это уж важно. Тут, возможно... О! Обаньки! Первая жертва. Не, уже здесь. Ну, здравствуй! Здравствуй! Эй! Блин. Капец. Ого. Ладно, живи. Он АФК. Я просто не могу его убить. Он не сопротивляется. Даже паук не трогает жертву, которая не сопротивляется. Как просто я паук, и когда в моей сети попадает муха, но она не шевелится, я просто забиваю на нее. Зачем мне такая жертва? Мне надо, чтобы она шевелилась, чтобы меня это раздражало. Тогда я буду вас ловить и кушать. Но не всех сразу, кого-то я на потом оставлю. Так, значит. Один красный, но его не трогаем, видите? Она как наша... приманка будет. Мы вот тебя съедим. Да-да-да. Зря спасала, зря. Иди, иди сюда, крошка. Иди сюда, милая моя. Так. Иди сюда. Я тебя съем. Съем всю. И оставлю своим детишкам, чтобы они тоже покушали. Там будут мои яйца. Тебе. Чтобы когда они вылупились, они тебя скушали. Вот так вот. О-о-о. Ням-ням-ням. Вкусный сиропик. О боже мой, мне немножко, правда, противно было. Но я же паук. Какой там противный. Мне очень нравится это. Так, кто там наверху? Нати. А, нравится моя жижа? Кислотная жижа. Так, оп, нифига себе, он прыгает, да, паук? Сколько он вешает? Килограмм 300, наверное, вешает, да? Может, 400? Может, полтонны? Я, наверное, реально полтонны вешаю. Все 500 килограмм, такая туша. Подпрыгивает на 2 метра, на 3, может быть. Так, ну ладно, как бы тебя подловить? Смотрите. Боится, боится. Ладно. Да ты где? Боже мой, он уже уполз. Ладно. Вот здесь появимся за дверью сразу. Иди сюда! Блин! Вы опять спрятались, что ли? Капец, они спрятались. Ну ладно. Бегите. Просто ваш час еще не пробил. Может быть... Ой, пытаются спасти. Блин, что бы сделать? Не появляйся уже. Получай! Получай! Вас слишком много, ребята, вас слишком много! Ай, помогите, спасите, боже мой! Ух. Кажется, я утрал. Против троих очень сложно играть. Так, одна желтая, отлично. Мне надо слабую жертву выбирать сначала. Зеленых долго всех мочить. Вот желтую бы подловить, было бы идеально. А может быть, давайте здесь засядем и подождем их. Ну-ка. Блин, надо было отравить это. Давай, давай, давай. Воу-воу-воу-воу-воу. Ням-ням-ням. Отлично. Вкусненький какой, иди сюда. В логово мое. Хо-хо. Так, поймали одного. А мы не можем сразу же опять готовить западню. Нам нужно, чтобы она перезарядилась. Видите, вот откат, чтобы пошел. Как он до конца дойдет, то можем опять это использовать. Хорошая штучка. И у каждого свои нычки. Я представляю, когда будет много маньяков, но реально выжившим будет сложно. Они будут думать, кто же следующий. Изначально лучше, наверное, все-таки с нычки появляться. Так, чтобы одного убить. О-о-о.
Да, блин, гребаная турелька. Хотел про онлайн поговорить. А-а-а! Жестко. Ну, теперь можно и поговорить про онлайн. В общем, ребятки, онлайн также плохо. Я думал, когда игра будет в Steam, то онлайн повысится. Ну, как сказать, в начале, да, в начале было довольно-таки хорошо играть. Но потом онлайн сильно упал. Я ждал катку минут 20-25. Эту каточку ждал. Я думал, я не дождусь. Ну хорошо, что сейчас показывают. Сейчас показывают, на какой ты очереди стоишь. Я был изначально на 10-м, через минуты 2 на 9-м, через минуты 3 на 8-м, потом минут 10 я стал 7-м, 6-м, потом 1-м стал и еще минут 10 ждал каточку. В общем, как-то так. Ну, по крайней мере, я это наблюдал. Иди сюда! Теперь ты знаешь, сколько тебе ждать примерно осталось. Пока можно видосики посмотреть, пока каточку ищут. Ну, реально долго-долго ищут онлайн. Надеюсь, что когда-нибудь онлайн будет все-таки хороший. Игра довольно-таки неплохая. Со своим потенциалом. Ха-ха-ха, попался. Иди сюда. А? Иди сюда. Падай. Ой-ой-ой-ой-ой. Да куда ж ты? Нет, ты мой. Я тебя поймал. Я его не могу, да, долго душить? Ну все. Попался. Попался. О, это жестоко. Капец. В Dead by Daylight не так жестоко. Жесткая игра. Прям натурально так. Окей, но это всего лишь игра, надо это понимать. Вот эту девочку надо поймать. Смотрите, она отстала. Отстала от ребят. Ать! Ах, ты промазал. Повезло тебе. Тебе очень сильно... Нифига себе, ты бегаешь быстро. Ах ты, зараза! Отпусти меня! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Огонь, огонь, огонь! Боюсь, боюсь! Валим, валим, валим! Фух. Кажется, свалили. Они не идут за мной. Ну ладно. Тогда я за вами пойду. Один красный. Вот кого надо ловить. Вот этого. Как бы проследить-то тебя. Они пошли спасать, кажется. Да-да-да. Будут спасать. Мы сейчас заранее спрячемся за ящиком. Вот, отлично, успел. Ах ты, зараза! Блин, не получилось поймать. Минус. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Попался, все. Не мешайте, не мешайте. Кто там еще? Валим-валим. Ну, 12 кп, ребят. У-у-у-у-у. Попался, зря-зря-зря ты это сделал. Еще минус один. Вот это он лохар. Он хотел добить меня. Он реально хотел меня добить. Но получилось, что я тебя добил. Ну ладно, я немножечко посплю. Посплю немножечко. Он на кого-то наркомана похож, реально. Так, ну ладно. Их двое осталось. Сейчас еще одного освободят. Ну неплохо сыграли, ребят, неплохо. Я через 17 секунд только появлюсь. О, минус хп, это хорошо. Так, их уже трое. Ё-моё, опасно становится. Сейчас, наверное, паука выберем. Мне нравится паук. Мне нравится паук и вот этот, я не знаю, как его назвать. Забыл, блин. Так, наркоман, короче, какой-то, блин. А, противный такой, да, чувак? Так, а чё, уже конец, что ли? Ё-моё, реально конец. Боже, боже, боже мой. Они сейчас... Они освободили. Чувака освободили. Давно, ребят, не играл. Давно забыл. Можно ускоряться. Это хорошо. Где они? Так, вон двое. Как бы их подловить-то так? Ё-моё. Вот. Иди сюда. Так. Иди, моя зелененькая. Ой, их уже двое. Да, боже мой. Да иди сюда. Да хватит убегать. Немножко осталось. Давай, давай, сделай это. А, удрала, удрала. Ладно. Теперь ты... Ой-ой-ой-ой-ой. Отпусти меня. Это было больно вообще-то. Валяй сюда, задница. Хотя нет, я передумал. Иди сюда. Иди сюда, крошка.
Так, сейчас накопится, сейчас. Сейчас плюну. Вот, отлично, нравится? Ой, сейчас минус будет, кажется. Минус. Замечательно. Отлично. О, жестко. Жестко, ребят. Ну что? О, огонь, огонь, огонь. Нет, 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 я не люблю огонь. Не надо так. Да ну нас меня взорвали. Капец. Капец, ребят. А сколько? А! Когда обратный отчет идет, я быстро появляюсь. Да-да, чтобы шанс мне дать, я быстро появляюсь. А, берем тебя. Замечательно. Сейчас главное не пустить их. Идите сюда. Давай, давай, давай. Свалить хочешь? Не получится свалить. Не получится. Так, ать. А что ж ты делаешь-то? Давай ли ты нафиг? Ослепил меня. Кто там еще? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас подловим. Давай, давай, давай. Кстати, идеально. Хотел свалить, да? Не получилось, не получилось. Не, надо было торопиться. Иди. Иди сюда. Так, кто там? Никто больше не выходит? Слушай, а где все-то? Их двое, что ли? Не получилось бежать. Они боятся. Они боятся. Да-да-да. Слушай, но мы их не пустили, да? Никто же не сбежал. Не успеешь. Не успеешь? Ха-ха. Капец, ребят. Че, сбежал кто-то, нет? Нет, ребят, никто не сбежал. Никто не ушел из моих лап. Максимально. Максимально хорошо сыграли. Это очень здорово. Вообще-таки хотите больше серии, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Не забывайте про канал AlexPlay. Да, ребятки. Тут очень много чего будет интересного. Сложно играть за манов, снимать видеоролики, потому что очень долго ищут катки. В общем, ребятки, вам хорошего настроения, всего самого лучшего. Спасибо большое. Забегайте на канал AlexPlay. Всем до скорого. Пока-пока.